Умно и разумно приветствует вас. Представляю вашему вниманию совет, как вылечить зуд и грибок кожи в области паха. Это очень неприятное заболевание, о котором знают многие. Бывает, что после походов в сауну, бассейн и занятий спортом посещающие заражаются дерматомикозом. В народе его называют паховый грибок. Он приносит неприятные ощущение зуда, и я вам сегодня посоветую одно народное средство для его лечения. Для этого вам потребуется 20 листиков белой березы, 100 граммов водки. Налейте эту водку в удобную для вас тару. Туда поместите листья белой березы. Все это следует настаивать в темном месте одну неделю. При этом не забывайте ежедневно взбалтывать смесь. По истечении недели настой из березовых листьев уже настоялся. Вы это заметите по изменению цвета. Смесь перелейте, процедив в другую тару. Применение этого средства. Пораженное место грибком надо обязательно вымыть, желательно дегтярным мылом. Можете также употреблять хозяйственное мыло, чтобы оно было 72%. Мыло дегтярное лучше выбирать темного цвета. Мыло содержит в себе березовый деготь. После того, как вы вымыли пораженное грибком место, возьмите чистый ватный диск, смочите в приготовленной смеси водки и березовых листьев и смазывайте пораженное место. Желаю вам здоровья! Вот такой простой и незамысловатый способ лечения народным методом поможет вам за короткое время избавиться от этого неприятного ощущения. Благодарю вас за внимание. Всем пока!